бабуль. Чую, чую, русским духом пахнет. Да это я с электрички просто. Привет, внучок. Чем ты опять тут надымила, бабуль? Ты бы уж завязывал со своими зельями, а? И так уже вон пол леса послепло. Я пока к тебе шел, тобой участковый интересовался. Слава богу, спрашивал у белки. Стало быть, живой. Маловато я, значит, лягушачьих-то лапок положила. Да, что ж ты избу-то так запустила, а? Убралась бы, а? Я к тебе по делу пришел. Короче, будем твою избушку ремонтировать, а потом разменяем на две однушки с доплатой. Как говорится, была в лесу избушка, а стала в Москве однушка. Тебе не стыдно, Ваня? Ну, дождался, пока старушки-то не будет, и проворачивал свои схемы. Бабуль, я и так уже, как принц Чарльз, 30 лет жду, пока бабушки не станет. Тебе-то какая разница, где жить? Все равно целыми днями сидишь у себя вон по блюдечку, давай поженимся, смотришь. Не твое дурацкое дело. Давай, в общем, твою избушку продавать. Я пока ремонт сделаю, а тебя отправим вон в санаторий отдыхать. Да и врачу тебе показать надо, ногу твою костяную. Он уже на поясницу начало переходить. Ничего, ничего. Меня кикимора вычитает. Кто? Кикимора? Тебе варикоз вычитает? Не знаю. Не поеду я никуда. Не уговаривай. Ну, не хочешь, не езжай. Ладно. Но с Кощеем своим ты съезжать собиралась? Где Кощей-то? Твой Кощей объелся щей. Разошлись мы с ним. Не, ну ладно, раньше, а с водяным зенки зальют и сидят во дворе костьми гремят. Ну, в смысле, в домино играют. А нынче что устроил наш Кощей, а? По молодухам ударился, с Дебровым соревнование объявил, да? Я вообще не понимаю, ты почему решил мои квадратные метры-то делить, а? Да женюсь я наконец-то, бабуль. А жить нам негде. Подожди, а ты на ком жениться-то собрался? На Василисе, что ли, а? Да, на Василисе. Мы любим друг друга. Ой, я не могу, Ваня, Ваня, мне все ж понятно теперь. Что тебе понятно? Что тебе понятно? Мы молодые, нам вот жить негде, а ты вон одна в таких хоромах. Ну это ж ее слова, не твои, ну я ж слышу. Науськала уже, а? Науськала. А ты знаешь, что про нее в 39-м подъезде-то говорят? Ты знаешь, в 39-м, что про нее на стенах-то пишут? Эх ты! Она ведь за тебя только из-за хаты идет. Она же Василиса Премудрая, у нее все на 10 шагов вперед прочитано. Она же потом хату-то на себя перепишет, а тебя, дурака, по миру пустит. Ой, бабуль, наговариваешь ты на нее. Да если б я на нее наговаривала, она бы уже вся зелеными бородавками покрылась. Ты знаешь, какую она схему-то со Змей Горынычем провернула, а? Он ей алименты с каждой головы платит. Бабуля, Василиса не такая. Не такая, а какая? Такая, не такая. Ты где вообще баб-то таких себе находишь, а? Одна премудрая, другая прекрасная. Третья это, как ее, Марья? Искусница. О, вот! Искусница! Это что ж за искусство такое, а? На шесте-то вертеться, а? Это еще подруга твоя, как ее? Куплю волосы дорого. Варвара краса, длинна коса. Бабуля! Бабуля, это все в прошлом. А с Василисой у нас все серьезно. Так что давай с твоей избушкой что-то решать. Все. Не знаю, что ты решать собрался. А я уже все давно решила. Здрасте. Здрасте. Анатолий Борисович Рымарев. Соцслужба. Вот так вот. Вас не было в сказке? В сказке не было. Но... Все-таки полный уход, медикаменты, ну и 26 тысяч в месяц, неплохая прибавочка к пенсии. Чем вам не сказка? Да, Игорь Петровна? Конечно. Вот, пожалуйста, документики. Вот благодарствую. Да, вот апельсинчики. Оп. И, Игорь Петровна, специально для вас мазь.
Ой. Для ноги. Толик, спасибо тебе большое. Бабуль, это что такое? Это, Ванечка, договор пожизненного содержания с иждивением. Да, вот молодой человек, Толик Ромарев. Да. За мной ухаживает. Да. Ага. А после моей смерти хата его фирме отойдет. Да. Секундочку! Бабуль, о, ты же у нас по сказке самый хитрый и злой персонаж. Как же ты на этот развод-то повелась? Фу, а вы как на это повелись? Избушка в аварийном состоянии! Вот так! У куриных ножек артрит! Погода изменилась, ножки подкосились и хоп! Жили долго и счастливо и погибли под одной кровлей. Да на этой печке штук 5 глухарей висит. Я уж не говорю, как избушка расположена. Задом к мусоросжигательному заводу, а передом к мясокомбинату. Ты ее как ни крути, лучше-то не будет. Не слушайте его, Анатолий Борисович, не слушайте. Да. Я все подпишу, и вам обязательно почты России вышлю. Вань, ты что делаешь, я не пойму, а? Нет, ты что делаешь, я говорю, а? У меня же все продумано давно. Ну, хата-то им по договору только после моей смерти переходит. А я же не умру никогда, дурачок. Я так уже 4 фирмы разорила. Я так просто бесплатно ем и бесплатно медикаменты получаю. В принципе, все, что государство должно мне давать, я сама забираю. Ну, ладно. Раз родная бабка мне помогать не хочет, я вон у чужой ведьмы снимать жилье буду. О, здорово, дядь Кощей. А, здорово, Ваня, ага. Надолго? Не знаю, как примут, ёшкин кот. Это откуда ты там такого красивого дяденьку замело? Явился он. А что, молодуха-то твоя померла, что ли, а? Не прекрати, Ягусь. Я что подумал-то? Не молоды мы уже. Давай это, съезжаться, ага. В замке у меня будем жить. Детей заведем. А то что он это? Внуки есть, детей нет. Не по-людски это как-то, ёшкин кот. Мужик я хозяйственный, ага. Да знаю я твое хозяйство. Заяц вон в утке, утка в селезни. Да тихо ты, Ягусь. Я в том смысле, что это... По дому все делать буду, ага. Что, и розетку починишь? Не, Ягусь, вот это нет, Ягусь, это же 220, я боюсь, ты знаешь. Да ладно, что боишься-то? Ты же бессмертный. Ну, Ягусь, бессмертный, понятно, ага, ну, боль-то никто не отменял. Ладно, ладно, давай съезжаться. А то вон Ваньке моя избушка понадобилась. А что избушка, ёшкин кот? Пусть он у меня в замке и живут, а мы уж с тобой здесь по-стариковски, ага. Ой, ну скажем, ой... Жили они долго и счастливо, и умерли в один день. Но с разницей в 50 лет, ага. Чего? Беги, дядь Кощей, беги!